Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Домашние настойки». Нашему каналу исполнилось 1.5 года. За это время мы умудрились набрать 7500 подписчиков, ну что по меркам YouTube не так и мало. Мы не знали, что снимать, как снимать. У нас не было оборудования, то есть снимали на обычный телефон. И постепенно, шаг за шагом, потихонечку, мы все-таки добились своего. Сейчас мы набрали с опыта, прикупили кое-какую аппаратуру, и формата домашних настоек, канала домашних настоек, стало для меня мало. То есть я завел свой личный блог, свой личный канал. Там я буду рассказывать о своих увлечениях, хобби, каких-то лайфхаках, путешествиях, об инвестировании. Не обойду стороной и тему настоек, поэтому заходите, подписывайтесь, ссылочку вы найдете под этим видео в описании. Ну и также мой блог вы можете найти в разделе «Каналы». Называется он «Хочу быть блогером». Заходите, подписывайтесь, я буду очень рад вас видеть. Ну и думаю, на этом все. Увидимся на моем канале. Всего доброго, до встречи!